10 сентября в историческом парке «Россия. Моя история» открылась выставка «Александр Невский. История жизни благоверного князя языком графического романа». Выставку открыл митрополит Екатеринодарский и Кубанский Григорий вместе с руководителем епархиального отдела религиозного образования протоиереем Александром Игнатовым и настоятелем собора святого благоверного князя Александра Невского протоиереем Иоанном Гармашом. Он руководствовался в своей жизни прежде всего любовью к своему народу и преданностью православной вере. Выставку также посетил заместитель Министерства культуры Батур Алексей Александрович, юнорвейцы военного училища и участники детских военно-патриотических клубов. Данный масштабный проект подготовлен с применением формата графической техники и повествует о становлении великого князя с молодых лет до непобедимого русского полководца. Над проектом работали более 20 экспертов. Это историки, дизайнеры, художники из России и Европы. А за основу для графических материалов были взяты вещи и элементы одежды, найденные в ходе археологических раскопок в разное время. Для озвучивания проекта специально было написано 9 музыкальных произведений. Живая и интересная выставка произвела впечатление на учащихся. Сегодня было мероприятие, посвященное Дню памяти Александру Невскому. Мне мероприятие очень понравилось, особенно экскурсия. Данная выставка была очень насыщенной, интересной и познавательной. Я узнала много о личности Александра Невского и о его истории. Выставка на самом деле очень приятная. Почему? Потому что зал очень круто, что открыли еще один зал по Невскому. Это сейчас в принципе актуально изучать историю. В современном мире подрастающему поколению не хватает образов положительных героев. А жизнь святого благоверного князя Александра Невского и его ратные подвиги служат для подрастающего поколения лучшим примером любви к своей родине, к своему народу, твердой веры и любви к Богу. Именно эти качества являются основой духовно-нравственного воспитания современной молодежи. Выставочный проект будет работать всего 20 дней. Краснодарцы и гости нашего города смогут посетить выставку до 30 сентября.